Итак, мы проехали уже примерно, наверное, одну треть, может чуть побольше. Можете посмотреть вниз, что там происходит. Практически ничего не видно. Сейчас более-менее можно увидеть хотя бы рельеф склона. До этого мы спускались почти вслепую спускались. Вот. Было очень сложно, не видно. Видели только зад друг друга и стремились догнать, не потерять друг друга. Да, спускаемся очень медленно, потому что немножко очково. Ребят, реально. Ребят, что-то очково мне. Сейчас можно показать, как мы спускаемся. Потому что реально страхово. Поэтому медленно не трогаем.